Путин отметил мощный рост турпотока в стране. Представляете, что у него в башке? Это туристы, наверное, из Херсонской области, кого катапультируют из ДНР, ЛНР, туристы, кого сейчас собираются подселять. Растет мощно на самом деле, прокомментировал глава государства доклад Чернышенко. Это что вообще? Турпоток растет у него. Один сплошной туризм. И в Кремле высказались о 20-летней годовщине теракта на Дубровке. О чем можно высказаться? Это теракт Путин совершил, да, убил людей. Кто? Эти вот Мавсар Бараев убил людей? Нет, Путин убил. Отравил всех и сделал таким образом, что людей даже откачать не могли, что ничего не было готово. Но если вы применяете какой-то газ, хотя это чудовищное, конечно, решение, но если даже вы применяете это, то вы же должны были все подготовить. Там ни скорых, ничего не было, представляете? То есть это убийство такое. Я вполне допускаю, что это какое-то ритуальное жертвоприношение Путин совершил. Работодатели признались тайной заинтересованности в личной жизни россиян. Большинство российских работодателей признали, что во время собеседования с потенциальным кандидатом хотели бы интересоваться его личной жизнью. Прям как папа, и честное слово. Помните, как в этом... В Маркорде, когда там пришел паренек папу исповедоваться, да, и он там с этой, с Городиска, помните, там дамочка такая, он сидел в кинотеатре, и вот он рассказывает папу, а там что рассказывает, ну, слов не слышно, а только видео, ряд, как он там садится далеко от нее, а в кинозале нет никого, потом ближе, потом раз, ей руку под юбку, и поп что-то так на нее посмотрел, так, и руку понюхал. Вот это вот, это именно из этой серии, да. Камчатские дорожники нанесут временную разметку на слабеющие мосты. Представляете, тут Андрей 74 пишет, что внимание любителей путинского новояза, слабеющие мосты, да, то есть помните, не взрыв, а хлопок, не развалины, не аварийные мосты, а слабеющие. 5 россиян просят исключить их из санкционного списка. Какие россияне-то? Так, значит, в конце марта с такой просьбой к правительству обратился Александр Пумпянский, сын миллиардера, основателя трубной металлургической компании Дмитрия Пумпянского. Интересно, это трубная металлургическая компания прям построила заводы, да, или все, они приватизировали и стали... А он основатель трубной компании, бля, представляете, там ни одной трубы не сделали, все из советских, все делают на советских станках, все делают на советских бывших заводах, а это трубная компания, то есть печать и счет, бля, и давай. Сын российского бизнесмена рассказал, что вынужден был уехать в Турцию, видите, ой, беда какая, ну, что ж, если... Сын основатель трубной компании, ну, конечно, исключат из санкционного списка, особенно если отшелушат там нормально ребятам. На Курил ФСБ сдержали обвиненного в разглашении гостайны полицейского. О как, сейчас, я говорю, охота на ведьм, шпиономания, будут всех ловить, шпионов держать, хватать. Опять каких-то террористов путинца арестовали. Ну, им надо сейчас план гнать вот этот. Сейчас посмотрим, как они будут с террористами разбираться, когда начнутся боевые действия на территории России и появятся реальные террористы. Не те, кого они там рисуют, да, а реальные. Потому что, ну, террор – это один из методов борьбы, и никто от него не откажется. Путин отказался от террора? Нет, он терроризирует Россию. Поэтому ответ террором на террор – это норма. Вот на Тобольском нефтехимическом заводе загорелось там что-то. Да, помните, мы объявляли операцию «Прометей», все, что связано с нефтью, с газом, да, с заправками, с хранилищами и так далее, с заводами. Все это должно гореть сейчас. Вот видите, как здорово.
нефтехимический комбинат погорел. Ну, вот в Перми пороховой заводик-то, помните, я говорил, там дымы какие-то видны. Ну, рассказывали, что это просто дым. Тогда я сказал, я-то уже знал, что это был взрыв. Ну, третий раз, короче, взорвался пермский пороховой завод в 22-м году. Ну, нормально, должно стать традицией. Мощный пожар вспыхнул в здании типографии в Ловозере. Это Мурманская область, сгорела типография, которая печатала вот эти вот брошюры, с позволения сказать, да, там, воззвания путинские. Поселок Тавричанка, Приморский край, сгорел молокозавод. Ну, еще ряд объектов, ну, сейчас пока об этом не время говорить. Вот памятник хороший, очередной хороший памятник. Помните, мы рассматривали много памятников из серии «Дегенеративное искусство». Вот Гитлер называл дегенеративным искусством не то искусство, да, он называл дегенеративным. То есть, ну, какие-то приличные вещи, там, импрессионистов и так далее, кубизм. А здесь вот такой вам кубизм, да. Смотрите, это в Удмуртии, в Завьяловском районе открыли памятник пограничникам всех поколений. Ну, то есть, значит, и мне, блядь, я не хочу такой памятник. Смотрите, во-первых, мне нравится собака, конечно. Собака на всех пограничных памятниках – это такое вот нечто. Как даже в мультиках лучше рисуют, представляете? И глаза только накрасить, и ресницы приклеить. Ой. И вот такой пограничник, представляете, я не знаю, голова в два раза больше фуражки. Они могут себе представить просто пограничную службу. Вот в такой фуражке ты выходишь в сильный ветер, да, ну так ты опускаешь тренчик, и все нормально, да. А вот здесь ты еще сделаешь с такой фуражкой, и руками держать придется, чтобы не унесло. Блядь, дурдом, конечно, жуткий. И вот радостные новости для многих. Я вначале думал, что это фейк, а потом оказалось, что это не фейк, и я ржал просто как конь, потому что, ну, это Путин просто молодец. То есть, он берет молодых людей, берет отцов семейства, отправляет их на войну, их там убивают, Украина теснит путинских этих головорезов, да, и, соответственно, территории, которые Путин занял, там огромное количество коллаборационистов, которые служили Путину и так далее, их куда-то надо девать. И вот их вывозят, и вот Свердловская область готовится к приему эвакуированных. Да, и чиновники рассказывают в Свердловской области, в Мтище, в Свердловской области, еще в нескольких областях, не помню, в каких, но это не важно, что будут подселять в квартиры, у которых соответствующий метраж. То есть, кто-то купил такой квартиру нормальную, такую большую, лежит, курит сигарету, думает, у меня такая большая квартира, я молодец такой, туда в нее приходят такие беженцы с котомками, мы подселяемся к вам. Как к Филиппу Филипповичу. Ой, господи, мы тут, да, мы к вам, профессор, и вот по какому вопросу, да, 5 баллов, очень хорошо. Страница, я, да, из Пскова только надо, там вы пришли на собачку говорящую посмотреть, да. В дворце в Геленджике неплохо бы разместить. Да, вот это вот надо, когда приведут там беженцев, сказать, там есть вот дворцы определенные, давайте туда.